Каляровыя сны можна пабачыць у магілёўскай выставачнай зале. Свае работы тут прэзентаваў магілёўскі мастак Мірон Шчудло. Аўтар прадставіў плён працы за апошні час, у тым ліку і свае новыя распрацоўкі стварэння карцін на паліэфірнай тканіне. Выстава «Каляровыя сны» – гэта перш за ўсё эксперымент, прызнаецца аўтар. У якасці мастацкага палатна поліэфірная тканіна. Матэрыял новы, незнаёмы. Выкарыстанне нетрадыцыйных фарбаў – гэта не разлік на эпатаж, а добра забытая старая тэхніка. У нас мы тонировали фотографии, то мы использовали чай, чтобы был коричневый цвет, кофе. То есть мочили фотографию в этом растворе, и он менял цвет, становился. Я подумал, почему нельзя попробовать на этом. Я взял кофе, пил, попробовал хлеб, смотрю, кладется. Сёлета Мірон Шчудло отзначает сразу два юбилея. 70 годов с дня нараджения и 30 годов счастливого семейного життя. Дарэчы, сябры семьи отзначают, что жанчына не выпадково занимает центральное место у творчести майстра. Я его знаю уже много лет. Я знаю, что это талантливый фотохудожник. В данной ситуации мы видим человека, который раскрыт очень многогранно. Гости выставы отзначают, перш за все, эмоцийную складающую яскравость и непосредность в образу. А это мастер мгновения. Вот надо же это все увидеть. И через это мгновение целое движение мы видим и понимаем это. И относимся. И его собственное восприятие. Смотрите, и религиозная тематика. И я пришел к вам для того, чтобы вас спасти. Вот там мой путь на Голгофу. У каждого из нас своя Голгофа, да? Но его видение – это прекрасно. Каляровыя сны можна пабачыць у Магілёўскай выставачнай залі да 18 снежня. Таццяна Дмітрыева, Александр Тарасаў, навіны рэгіёну.